Мчит по заводу эстафета. Работники Муромского стрелочного собрались сегодня вместе, чтобы вновь проверить свои силы в спорте. В 16-й раз стартовала легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Стрела». Какой цех стал первым, узнавала Елена Петрова. Пора отравнять мирно, равнение середину. 5-6 команд заводчан и напряженная борьба между ними. Наряду с молодыми, полными жизненных сил бегунами, ничуть не хуже показывали результаты ветераны. В легкоатлетической эстафете принимают участие представительницы прекрасного пола. Всего преодолеет дистанцию на скорость почти 40 человек. Соревнования проводятся по двум группам. Первая группа ЦХ численностью до 500 человек, вторая группа ЦХ численностью менее 300 человек. И две возрастные подгруппы – ветераны и без ограничений возраста. Предприятие серьезное, работу в цехах легкой не назовешь. Необходима разгрузка, и спорт для этого самое подходящее занятие. На спортивной площадке в свободное от работы время занимаются заводчане. Вот и сейчас параллельно легкоатлетической эстафете проходят первые игры большого многодневного турнира по волейболу на кубок Анатолия Соленкова, первоначальника цеха номер 103. Работа сложная, нужно разряжаться. Если кто-то у нас не участвует в команде, приходит поболеть. И все ждут этих соревнований, конечно, узнать, кто же победил. Командный дух и хорошая физическая форма. Спортсменов-активистов поддерживают и руководство предприятия, и начальники подразделений. Это добрые традиции нашего завода. Я участвую первый раз и хотела поддержать коллектив. Положительный заряд энергии, дипломы и памятные подарки. Победителями заводской эстафеты стали команды цехов 103 и 301, отдела главного технолога и по ремонту и обслуживанию оборудования. Елена Петрова, Александр Бурсуков. Новости. Муром.